На игровую программу «Аты, баты, мы солдаты», проведенную затейливым клоуном Дим Димычем, собралось порядка 30 детей. Во дворе жилого комплекса «Первый квартал» было шумно. Ребята перетягивали канат, танцевали и проверяли свою меткость вместе с новым другом. Поплыли, поплыли, хорошая погода. Шторм! Это не первая игровая программа, которая здесь проводится. Праздники полюбили и родители. Ведь ничто не может сделать счастливым больше, чем радость своих детей. На Новый год было тоже интересно. Ну, каждая по-своему интересная программа. Ребенку нравится какое-то развлечение. На праздники в первый квартал из Москвы приезжает и семья Виноградовых. Здесь живут их родственники. На подобные мероприятия они попадали не раз и с радостью участвуют снова. В празднике принимаем участие всегда. Нам очень нравится представление, которое у нас во дворе проходит. Всегда весело, с музыкой. Мы всегда выходим и специально приезжаем из Москвы посетить мероприятие в нашем дворе. Небольшое количество детей на празднике связано с тем, что микрорайон был заселен недавно. Организаторы уверены, когда во все дома заедут новые жильцы, двор будет полон детским смехом. Буль-буль-буль, кто у нас буль-буль-буль? Мальчик буль-буль-буль-буль-буль-буль. Чтобы гости лучше прочувствовали дух праздника, 5-я дивизия противовоздушной обороны организовала полевую кухню для всех желающих. А в подготовке досуговому центру «Юность» помогал соседский центр – площадка для совместного отдыха, праздников, работы и встреч жителей квартала. Мы сейчас стараемся, чтобы каждый месяц или, допустим, календарный праздник всегда организовывать что-то для жителей. А так в соседском центре мы проводим мероприятия ежедневно. Татьяна Брылова, Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.